Замминистра ЖКХ Московской области Владимир Мельник в четверг посетил Одинцовское ДРСУ. Там прошел смотр готовности дорожных и коммунальных служб к уборке и содержанию дорог и внутридворовых проездов в зимний период. В инспекции принимали участие и городские власти. Полагаю, что здесь сильные службы, здесь достаточно много уделяется внимания обновлению техники. И думаю, что Одинцовский район к осенне-зимнему периоду будет готов в нормальной степени. На сегодняшний день Одинцовское ДРСУ является одним из самых оснащенных в Подмосковье. На вооружении сотрудников аварийных служб стоят современнейшие образцы уборочной и специальной техники. Например, «Мерседес» с набором сменного навесного оборудования. В любой момент машина может перейти от уборки снега к поливальным или мусороуборочным работам. Уже люди знают, в каких бригадах и как они будут работать в зимних условиях. Они распределены. Техника в основном уже подготовлено, считаю, на сегодняшнюю дату это нормальные показатели. Несмотря на обилие современной иностранной техники, многие сотрудники тоскуют по проверенным морозами и зноем машинам российского производства. За годы работы Андрей использовал самое разное оборудование, но на вопрос, какое лучше, отвечает, не задумываясь. Сравнив, наше советское, неприхотливое ко всему. По результатам проверки власти пришли к выводу, что Одинцово к зиме готово. Власти города и района находятся на постоянной связи с областными службами. Ситуацию на дорогах и во дворах контролируют круглосуточно. Если есть или необходимо реагировать, то есть и бригады, есть Московская аварийно-восстановительная служба Московской области, значит, которая, соответственно, при необходимости привлекается также для того, чтобы помочь местным службам решать те или другие вопросы. Проверка техники – лишь часть большой подготовки к зимнему периоду. Насколько успешной она оказалась, покажет первый снег. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».